Всем привет! Я нахожусь в Псковской области, в Великолукском районе, рядом с деревней Дрождино. Сегодня 29 июня. Я пришел на прудку, на которой гнездятся утки, кряквы в основном, лосухи, и там чуть подальше кулики отдыхают. Вот, сейчас попробую куликов заснять. Вот я пришел, здесь были утки. Вон одна была. Молодые. Один или два выводка. Вот я пришел, они все разбежались в камыши. Ну вот, подхожу я к стоянке куликов. Вот там один на дереве сидит. Сейчас тут будет шухер. А не, он только один. Куликов тут довольно-таки много. В основном фифи. Вот. Разлетаются. Черныш. Так, ну вот, спрятался я в траву. Тут она достаточно высокая. Сейчас, может, осмелеют, прилетят.